Знаете, я, когда я работаю, я никогда не думаю о каких-то исторических совершениях. Я просто исхожу из того, что нужно делать и без чего невозможно обойтись. Вот это самое главное. И в этом смысле, конечно, обстоятельства, страна, в которых она живет, она формирует любого человека, в том числе и меня, конечно, это так. Что касается, что мы должны кого-то бояться, конечно, наверное, многим хотелось бы сейчас услышать, чтобы я сказал: боюсь, 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 боюсь. Но если бы всего боялся, я бы ничего не делал. Я не могу руководствоваться соображениями такого порядка на том месте, которое я занимаю. Я должен руководствоваться интересами российского народа, российского государства. Я это и делаю. И буду делать дальше. Буду делать то, что считаю нужным для интересов своего народа и своей страны. Что касается российско-китайских отношений, то за последние годы, за последние десятилетия они приобрели абсолютно беспрецедентный уровень открытости, взаимного доверия и эффективности. В страновом измерении Китай – самый крупный наш торговый экономический партнер. Мы работаем практически, ну не практически, а действительно во всех сферах. И в военной сфере учения постоянно совместно проводим. В военно-технической сфере. Причем так доверительно, как, может быть, никогда раньше в истории наших стран и не было. Мы работаем в области культуры, гуманитарного взаимодействия. И в области экономики, конечно. Ну, самый большой товарооборот России – это с Китаем. И он растет. Причем растет очень быстрыми темпами. И темпы это были набраны еще до всяких ограничений распределения наших товарных потоков в сторону Азии, в том числе и в сторону Китая. Мы поставили определенные задачи перед собой вместе с моим другом. Он так и обо мне говорит, я считаю его своим другом, господином Си Цзиньпинем. По определенному уровню товарооборота. Мы точно его достигнем. Мы движемся к этому большими темпами, чем мы даже планировали. Что касается нашего отношения к Китаю, ну, мы относимся как к близкому другу Китая, китайскому народу, с большим уважением к его культуре и к его традициям. И уверен, что, опираясь на эту прочную базу, мы уверенно будем двигаться вперед.